Несколько дней назад в столице завершился большой фестиваль Российского национального оркестра. А у меломанов уже появился новый повод говорить о его художественном руководителе. Вышла в свет книга «Музыкальное открытие» Михаила Плетнева. Ее автор, журналист Лора Токарева, на протяжении 30 лет наблюдала за творческой жизнью знаменитого пианиста и дирижера. Рассказывает Олег Дусаев. Лора Токарева не пропустила ни одного концерта большого фестиваля РНО. Впрочем, она с трудом припоминает, есть ли выступления Плетнева, на которых она не была. У меня практически летопись всех концертов его. Я посещала практически, ну, если не все, 100%, то 90% концертов точно. Здесь, в маленькой квартире на окраине Москвы, Лора Хачатуровна и подвела итог 30-летнего наблюдения за творчеством Михаила Плетнева. Она, в прошлом известный журналист, работала в главной музыкальной редакции Всесоюзного радио. Интервью с Козловским и Атлантовым, Светлановым и Власенко. Но Михаил Плетнев пришелся ей почему-то особенно по душе. Михаил Васильевич своеобразный человек. Он не такой, как все во всем. Он, как всякий гениальный человек, воспринимает мир по-другому. У него другие ценности. Плетнев, по словам Лоры Хачатуровны, считает нескромным интересоваться трудами о себе, поэтому книгу с ней не обсуждал. Автор до сих пор даже не знает, прочитал ли мэтр ее произведение. Моя книга не претендует на монографию, конечно, ни на какой научный труд. Это высказывание журналиста, именно радиожурналиста. Наверное, я и пишу таким языком, каким я говорил о микрофоне. И в этом безусловная ценность книги. Она подразделена на три части – этюды, наброски, интервью. В первой Лора Токарева анализирует особенно запомнившиеся ей выступления Плетнева. Во второй рассказывает интересные факты из его биографии. И, наконец, в третьей, самой интересной, публикует свои беседы с большим мастером. Он говорит так же, как он играет. Совершенно, очень законченно, замечательной русской речью. Плетнев, по словам Токарева, небольшой любитель раздавать интервью. Он предпочитает общаться с помощью музыки. И тем не менее, будет любопытно услышать со страниц книги его живой голос. Лора Токарева вспоминает, как откликнулись слушатели на первое радиоинтервью Плетнева. Очень хорошие письма пошли. И предлагали его министру культуры сделать. И предлагали его, значит, возглавить все музыкальное дело. Он очень полюбился радиослушателям. Но Плетнев остался таким, какой он есть, только вот перестал радовать частыми сольными выступлениями. Мы все грустим, кто хочет услышать его, о том, что нет этих концертов. Но мне хочется надеяться на то, что они будут. А пока Лора Токарева продолжает следить за творчеством любимого музыканта. Она уверена, что Плетнев, какой бы амплуа ни избрал, будет всегда на высоте. Олег Дусаев, Андрей Тарасенко, служба информации телеканала «Культура».